Оперативные службы Краснодарского края, выполняя поручения губернатора края Вениамина Кондратьева, перешли на усиленный режим работы из-за жары. В ближайшие 5 дней в регионе ожидается повышение температуры воздуха до плюс 39 градусов. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю объявило о пожароопасности 4 класса. Для спасателей, пожарных и медиков это ответственный период. Главная задача – не допустить чрезвычайных ситуаций и гибели людей. Управление ГОЧС по Белореченскому району предупреждает жителей города и сельских поселений, что при возникновении внештатных ситуаций необходимо звонить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы Белореченского района 3-30-36, 33-112, 8-918, 455-38-57 или 112.